ставили эксперименты в баках с водой. И это было ужасно. Эксперименты по сенсорной депривации на полусвете. Слышала об этом. Сенсорная депривация — это, считай, еще праздник был. Так вот почему ты не любишь воду. Мять. Я и не знал. Это все не важно. Не люблю мокнуть и все тут. Ну и долго мы будем тут болтаться в темноте? Это как метафора. Физическая темнота — отражение того, где сейчас находится разум зеленого злю. Это место. Так, только меня уже достали фразочки мисс Тонкие намеки. Тут уже хотя бы посветлее и посуше. Вот и хорошо. Мантис, ни о чем не хочешь нас предупредить? Я пытаюсь вспомнить. Кажется, дальше начинаются странные. И опять этот стрёмный туман. Обернуться можно? А он всегда тут есть, пока не исчезнет. И как это понимать? Опять Хеллрейзеры. Точно. Только это не они, а те гады с глазами из зоны. Я точно слышу Хеллрейзеров. Ошибаешься. Это гады с глазами. Я не знаю. Ракета прав. Я не знаю, как это возможно, но это хлюпанье. Я ни с чем не спутаю. Звук шлепающегося на пол гигантского глаза. Говорил же? О, как это возможно? Вы не ошибались? Достаточно. Надеюсь, мы уже близко. Обожаю вырезать на мелкие туман исчезает. И становится виден выход. Странно, словно у этого места есть собственная воля. Не воля, сила. Ни у кого больше нет дежавю. С этим туманом все одинаковое. А звучит по-разному. Это же те же ЛЕС-15. Вот откуда тот сейчас туман. Это корпус Нуа. Я слышу голоса. Ты что, уже людей с монстров на слух отличить не можешь? Дело не в этом. Мы явно слышим не одно и то же. Это явно те же ЛЕС-15. Я даже слышу их эти шипы. Но неужели? Ракета прав! Эй, не ты один. Зато мы можем отсюда выйти. Так, а вот теперь это все предыдущие глаза из зоны. Нет вариантов. Я не буду говорить, кто-то явно с нами забавляется. Читаури? Ну ты вообще даешь. Это тоже похлеще Гаморы. Эти ящерицы-переростки вечно щелкают. Моху из ушей вынь. Неприятно это говорить. Реально неприятно. Но звук и впрямь, как от тех тварей с глазами. Ну все, задам бабушки, да, как мы правы. Даже когда мы правы, мы ошибаемся. Прости, что лопнул свой пузырь! Что ты предлагаешь? Насколько здесь глубоко? Бесконечно. Или это замкнуто? Туман зовет, мы откликаемся.
Эй, слышали? Не верь туману, Пушистик. Нет, это все не может быть реально. Дрались мы с ними вполне реально. Внимание! Это снова те обращенные из корпуса. Точно! Слышали? Не верь туману, Пушистик. Нет, это все не может быть реально. Дрались мы с ними вполне реально. Дело в тумане. Он издает звуки. Не понимаю, почему, но я слышу тех склизких тварей с глазами из карантинной зоны. Слышали? Не верь туману, Пушистик. Нет, это все не может быть реально. Дрались мы с ними вполне реально. Какая еще Звездочет прав. В чем прав? А вот и новый выход. Нам показалось? Не знаю. По-моему, все это как-то связано с этим туманом. Стоит вам назвать врага, как он тут же его вызывает. Так нам нужно было просто молчать? Ну, конечно, от вас дождешься. Я видела столько версий нас, сражающихся со столькими врагами, но их источник, он еще не побежден. Короче, с этого момента всем смотреть в оба и молчать в тряпочку. Туманная сущность временно отступила. Пока опасности нет. Жукоглазка, не в обиду будет сказано, но я уже не понимаю, что ты там бормочешь. Так этот туман еще и сущность? Да, вроде. А... Не расстраивайся, Пушистик. Мы еще живы. Это так редко бывает. Схватись вон там. Я есть грунт. Дай угадаю. Опять спускаться? Если хотите спасти Дракса, то домашний. Подумай. О, вы это
чувствуете? Мы совсем близко. Что, определилось, что мы ищем? Да нет. Так. Ну, еще разочек. А этого я не помню. Ладно, ладно. Слушайте, братцы, я благодарен вам за то, что вы сделали для меня. Я про воду там. Но плестись за букашкой дальше вглубь — это полная глупость. Ракета. Нет. Туман. Хряки. Мокрая вода! Так-то все водопады. Не-не-не-не-не-не! Нет, нет, Квилл! Она даже не в курсе, где мы! Она не в курсе, куда мы идем! Она не знает, что мы ищем! Мантис, горячо, холодно. Комнатная температура. Ну все, все! Это бред. Она, вероятно, бредит. Но не в ней же дело. Дело в нас. И я вмять горжусь нами. Столько усилий мы еще никогда не прилагали. О, в этом варианте ты их вдохновляешь. Только вдумайтесь, кем вы были в начале. Но ты был ободранным пиратом, что от дерева сбежать не смог. Именно. А ты был охотником за наживой. Таким же ободранным, таким же порочным, эгоистичным. В бездумной гонке за юнитами, бары, контракты. Банки грабят. Кое-что я и сейчас люблю. Я тоже. Но мы сюда не за этим пришли. Так? Ты надираешь задницу ради Дракса. Не Дракса-разрушителя, не Дракса-преступника, а Дракса. Нашего друга. Ты, Гамора, ты прочесывала галактику, охотилась за головами, чтобы отомстить, и, подозреваю, выбирала для этого самые болезненные способы. Но согласись, это так здорово. Стараться ради того, кто тебе дорог. Это так приятно. А Грут? Он сказал, можешь не... Нет, я закончу. Нам есть чему поучиться у тебя. Ты не жалуешься, или я не секу этого, но я просто уверен, что это именно так. Ты всегда готов помочь. И в этом вся суть. В нас. Как команда мы растем. Пошли за чеканутой в пещеру смерти, чтобы помочь своему другу. Мы команда. Нет, мы семья. Мы с вами вмять Стражи Галактики. Да! Мощно задвинул, Квилл. Могли постановить меня! Пожалуйста, Гамора! На тебя прямо вдохновение зашло! О, я чувствую напряжение! Этой мордахе необходима взрывная операция! Пушистик, вот теперь нужен взрыв! Ракета! Надо просто взорвать статую изнутри! Крин, этот смертный кокос заполнен водой! Отыщи мне другой! Питер! Чувак, неловко про ракета. Спорим, ты тут не прольешь? Приятель, это прям для тебя! Сработало! О, я чувствую напряжение!
Ракета, нужен еще один взрыв! Нет, там вода, Квилл! Я не могу! Ты же знаешь, я не могу! Ракета! Нет, продолжает стреливаться! Когда-то это закончится! Приятно видеть! Крут! Дружище! Мантис? О, нет! 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 Спасем его, только если уничтожим источник ваших вторых я! Что? Статуя! Нужно помпануть статую! Ой, выход, Гамора! Мы не можем их вечно сдерживать! Хватит ныть, лучше убивай! Ракета, я серьезно! Ты должен взорвать эту штуку изнутри! Ракета, пожалуйста! Нет! Лучше умереть с пушкой в руках! Чем утонуть! А как насчет не умирать? Есть такой вариант! Ну, прости, ладно! Я не могу! Устрой нам салют, ракета! Подходящего момента, Питер! Помоги! О, нет! Гамора! Тристик, прошу тебя! Что? Я тут не близко! Слушай, ракета, я знаю, ты... Заткнись, Крилл! Я знаю, что должен сделать! Нужно только... Правда? Перестать ныть и сделать это! Будь осторожен, Пушистик! Ты сможешь, ракета! Пусть все получится, пусть все получится. Ну же, ракета, у тебя все получится. У него ведь получится, да, Мантис? Мантис! Я знаю! Да! Ракета! Черт! Ракета. Ошалеть. Все еще жив. Ты что, рисковал ради нас? Если товарищ влип... Товарищ. Ракета, брат. Да ну. Идем спасать Дракса, что ли? Тепло. Совсем, совсем тепло. Она полагает, мы туда прыгнем. Я, может, и не знаю, что мы ищем. Но знаю, оно внизу. Ладно, чего тянуть? Зря я, что ли, до нитки промок. Что-то печальное, потерянное, пытающееся похоронить прошлое. Если оно здесь. Хвостом чую, скормит оно нас какому-нибудь чудовищу. Нам быть готовыми к драке? Наверняка. Ведь вы не больно-то сильны в разрешении конфликтов мирным... Пока что Мантис еще ни разу не ошибалась. Если ты про то, что мы полезем в гибельную пещеру и очутимся во вмятском болоте, то да, тут же заглазка не ошиблась. Спасибо. Жрецы Памы неспроста поселились на Ламентисе. Это место лечит. Вот-вот. Оно лечит души. Если бы не Мантис, Дракс полетел бы прямиком на Сакралию. Именно. Мы можем ей довериться. Строго говоря, это не всегда так, но в данном...
Вот и оно! Родина исцеляющего света, родник лекарства, источник силы Рейкера! Это что, кокон? Говорил же, она хочет скормить нас какому-нибудь гигантскому жуку! Или может она сама жук, а это какой-то внешний желудок или что-то в этом роде? Ты осознаешь, что это все очень странно? Дальше будет еще страннее.